Здравствуйте, эфир национального телевидения «Чуваши», информационная программа «Республика», в студии Ольга Пырочкина в этом выпуске. Онкология не приговор. Частно-государственное партнерство в медицине. Лица Победы. В Чебоксарах готовятся к празднованию Дня Победы. Искусство в движении. Чуваши встречают участников 19-го международного балетного фестиваля. Глава Чувашии сегодня встретился с руководителем Национального фонда поддержки здоровья женщин Оксаной Молдовановой. И в ходе встречи стороны обсудили вопросы профилактики онкологии молочной железы женщин и способы выявления недуга на ранней стадии. Проблема рака молочной железы в нашей стране, как и во всем мире, стоит достаточно остро. Среди причин влияния генетики, воздействия окружающей среды, малоактивный образ жизни, неправильное питание. Между тем, диагностирование заболевания на ранней стадии способно сократить дальнейшее лечение на 30%. Поэтому Национальный фонд поддержки здоровья женщины в лице руководителя Оксаны Молдовановой так ратует за тесное государственно-частное партнерство. Сегодня необходима не только поддержка имеющихся онкологических центров, но и создание мобильных маммографических кабинетов. Речь шла об увеличении штата онкопсихологов. Именно они призваны объяснить, что рак далеко не всегда является приговором, отметила Оксана Молдованова. Михаил Игнатьев рассказал о поддержке на государственном уровне инноваций в области медицины и проводимой в Чувашии работе по пропаганде здорового образа жизни. По словам главы республики, правительство, Министерство здравоохранения и онкологический диспансер полностью готовы к сотрудничеству. Глава Чувашии также предложил создать фонд и попечительский совет реализуемой программы профилактики и ранней диагностики рака молочной железы. Предполагается, что работа начнется с межрегионального форума профильных специалистов в Чебоксарах в июне этого года. Александр Гаврилов, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии продолжается лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 13 управляющим компаниям республики уже отказано в выдаче документа. Что ожидает жильцов, чьи управляющие компании попали в черный список, узнаем из следующего материала. Почти 200 управляющих компаний Чувашии сдают экзамен на знание жилищного законодательства и проходят проверку Государственной жилищной инспекции и лицензионной комиссии. Общественные деятели, представители сферы ЖКХ и ветераны отрасли принимают решение о выдаче заветного документа. Проверка будет продолжаться до 1 мая этого года. На сегодня, по сообщению пресс-службы столичной администрации, 4 управляющим компаниям было отказано в выдаче лицензии. Это управляющие компании ЖКХ «Сервис», «Альфа», «Центр» и «Пик-1». Таким образом, без коммунального присмотра остались 216 многоквартирных домов. Жильцам, которым не повезло с управляющей компанией, придется выбирать новую. В течение 15 дней после официального уведомления администрации города должны состояться собрания собственников жилья для принятия решения о переизбрании управляющей компании. Городские власти обещают не оставлять такие дома без присмотра. Если собственники не смогут определиться с выбором, им подберут управляющую компанию путем открытого конкурса. Чувашия готовится ко Дню Победы. Многие горожане уже заметили на улицах Чебоксар символы, важные для всей страны даты. Впервые в этом году в России утверждена единая концепция оформления Дня Победы. Это летящий голубь мира и георгиевская ленточка. С конца февраля баннеры с символом Великой Победы размещают во всех общественных местах. По всему городу оформляют тематические билборды. Столичные администрации не забыли и об общественном транспорте. Каждый автобус, троллейбус и маршрутка получили своего голубя мира. И это лишь часть работы по оформлению Чебоксар. Планируется торжественное оформление улиц: Московский проспект, улица Калинина, улица, Карла Маркса и проспект Ленина, конечно же, Красная площадь, конечно же, Парк Победы. При наружном оформлении улиц города будут использованы фотографии ветеранов, наших чебоксарцев. В планах столичной мэрии трансляция поздравлений на видеоэкранах Чебоксар и установка отдельных тематических композиций. Работу планируют завершить к концу следующей недели. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии стабильная общественно-политическая ситуация. Благодаря слаженной эффективной работе различных структур власти и соответствующих служб надежно обеспечивается порядок при проведении массовых мероприятий, подчеркнул глава Чувашии на совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба. На заседании обсуждали вопросы координации действий сил и средств по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения майских праздников, а также командного чемпионата по легкой атлетике.
Члены комиссии, штабы и приглашенные доложили о реализации планов по обеспечению безопасности при подготовке и проведении мероприятий и усилению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и контрольно-пропускного режима. Для поддержания правопорядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан правоохранительной структуры реализуют все необходимые практические мероприятия. В этот период будут привлечены передвижной пункт управления медицинской аварийно-спасательной службы, оперативная группа Республиканского центра медицины и катастроф, а также выездные бригады скорой медицинской помощи. Михаил Игнатьев призвал членов антитеррористической комиссии оперативно обмениваться информацией, держать ситуацию в республике на постоянном контроле. 24 апреля свою грамотность проверят все, кто считает чувашский родным. Завтра пройдет акция «Тотальный диктант по чувашскому языку», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню чувашского языка. Написать диктант можно на нескольких площадках. В Чувашском государственном педагогическом университете, на историко-филологическом факультете, в Республиканском институте образования и в педагогическом колледже имени Никольского. Также будут организованы дистанционные платформы. Трансляция диктанта пройдет в прямом эфире на волнах 105 FM и 72.41 УКВ Национального радио и на официальном сайте Национальной телерадиокомпании «Чуваши». Начало мероприятия в 13.00. Бланк для написания диктанта можно скачать на сайте Института гуманитарных наук. Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в Чебоксарах 24 апреля. К акции присоединятся библиотеки, музеи, книжные магазины. Подробности далее. В этом году проект посвящен 125-летию Константина Иванова. Тема «Библионочи. Открой дневник, поймай время». Сотрудники всех библиотек города предложат чебоксарцам и гостям столицы совершить литературное путешествие во времени с помощью дневников, живых журналов, писателей и поэтов. Основные мероприятия пройдут в Национальной библиотеке Чуваши. В рамках акции жители столицы ждут литературные квесты, различные флешмобы и фотосессии, в которых горожане смогут примерить на себя образы известных писателей и поэтов. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по росписи гаджетов по мотивам популярных литературных произведений. Гостей ждут выставка чувашских украшений из бисера, открыток и марок, архивных документов и многое другое. В театральной жизни Чувашии вновь большое событие. 19-й международный балетный фестиваль. Программу фестиваля открыл балет Баядерка Людвига Минкуса. В 2002 году чебоксарский зритель впервые увидел постановку балета Минкуса «Баядерка». В этом году спектакль вернулся на подмостки, открыв 19-й международный балетный фестиваль. В зале «Аншлаг» зритель ждет от фестиваля новых слов, исполненных в танце. Ожидания оправданы. От балетного фестиваля всегда ждешь яркости, красоты, новизны. Мы очень рады, что наш балет очень вырос вот за эти годы. Этому фестивалю я бы пожелала удачи, так же, как и всем предыдущим фестивалям, огромного успеха. Для театра оперы и балета стало доброй традицией приглашение артистов театров России и зарубежья. В этот раз ведущие партии «Баядерки» танцуют солисты Большого театра Москвы Анна Никулина и Михаил Лабухин. Зрителя ждут еще 4 фестивальных дня и грандиозный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых российских балетов. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика. Сегодня школьники Чувашии показали свою готовность к труду и обороне. Около 1500 ребят приняли участие в республиканском фестивале ГТО. Пока это первые официальные старты с занесением результатов в электронную базу портала управления спортивной отраслью, но далеко не последние. Подробнее в следующем сюжете. Фестиваль ГТО приняли 5 муниципалитетов республики. Комсомольский, Чебоксарский районы и города Канаш, Новочебоксарск и Чебоксары. Массовое внедрение комплексов Чувашии началось со школьников. Именно им предстояло испытать себя в 4 обязательных нормативах. Продемонстрировать растяжку, скорость, силу рук и умение плавать. Ну, то, что вводит комплекс ГТО, это правильно. Чтобы было больше спортивной молодежи. А то все курят, пьют. Да, нормативы должен выполнять каждый. Очень легкие. Да, ну, очень легко выполнять все. Для меня ГТО – это такое испытание, которое
Хорошо, что его обратно ввели, потому что есть шанс, ну, показать себя, попробовать себя в чем-то новом. Это не только, например, тот определенный вид спорта, которым ты занимаешься. Например, я занимаюсь конькобежным, но еще я люблю вот тоже бег, легкую атлетику. Очень, поэтому для меня есть хорошая такая возможность поучаствовать в чем-то, показать себя. Много сейчас становится тех, кто приобщает себя к спорту, то есть вот даже родители отводят своих маленьких детей, чтобы тоже сдать, потому что это очень хорошо. Это спортивное тело, спортивный дух и здоровье на долгие года. Пока сдать нормы ГТО может лишь определенное количество желающих, так как в республике всего 4 центра тестирования. Но в будущем планируется создать пункты сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» во всех муниципалитетах Чувашии, оснастив их всем необходимым оборудованием. Кроме учащихся, мы планируем с этого года привлекать уже работников государственных учреждений и работников государственных и государственных служащих. Таким образом, 15-16 год у нас вся учащаяся молодежь должна будет пройти тестовые испытания, а с 17 года мы уже будем привлекать к сдаче ГТО все население нашей республики. Конечно же, для каждого возраста свои нормативы. Бояться их не стоит. Как отметили участники фестиваля, при регулярных занятиях физической культурой больших сложностей выполнения комплекса не вызовет. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Таким был четверг глазами корреспондентов Национального телевидения Чувашия. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.